Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Я не помню, по-моему, ее зовут Маруся и Аль Пачино. Вот, и я хотел сегодня поведать тоже, они одновременно выйдут, эти два маленьких ролика. Это просто поясняшки относительно двух плейлистов. И сейчас вы находитесь во втором этом плейлисте. Все ролики с Дмитрием Миловановым. Это, ну или просто с Митяем. У нас с ним... Это один из моих, короче говоря, вот, наверное, самых-самых основных друзей, с которым я, ну, так или иначе, можно сказать, всю жизнь, потому что я вырос за городом на даче, он там всю жизнь живет, вот, и мы как-то всегда с определенного какого-то момента начали общаться, и так до сих пор общаемся, а вот, да, вот, начали мы с ним общаться, и до сих пор общаемся, а вот, и ряд игр старых мы в детстве проходили, то есть игры, которые у меня выходят на канале, если я говорю, типа, вот, в детстве была игра, это значит, мы с Митяем в нее играли, это прям, как говорится, вот, гадалки не ходи, вот, там еще третий наш друг, если Леонид Шевурков, с ним он появлялся в прохождении Project Agile, а вот, так вот, собственно, мы проходили либо, значит, только с Митяем, либо еще вот с Леней, и... То есть, Коготь, Project Agile, Clive Barker Sundying, Desperados Wanted Dead or Alive, Soldier of Fortune, что там еще было, там много было, дофига самых разных крутых игр, и там все как Блофель, ты так гладить ее. Вот, она сама как уж погладит, да, вообще такая она боевая, какая вообще она. Вот, поэтому, собственно, здесь собраны все ролики, в которых так или иначе засветился Дмитрий. Вот, он не любит светить свое лицо, он не хочет сниматься на камеру, поэтому ролики, в которых есть Дмитрий, там только голосом мы записываем. Вот, ну, Dangerous Dave, кстати говоря, да. Вот, но, тем не менее, я так думаю, что они довольно-таки интересные, и главным образом они интересны, на мой взгляд, тем, что он в игры играет гораздо лучше, чем я. Вот, просто у чувака какой-то такой скилл, он более спокойный, он не какой-то это, но при этом у него тоже прекрасное чувство юмора, он замечательный чувак. Вот. И при этом нету нигде в интернете, ни в соцсетях, ни в каких, никаких там на ютубах не зарегистрирован нигде вообще. То есть вот поэтому. Вот, но тем не менее, ряд игр, говорю, пройден с ним. В основном небольших, но пока что в планах еще куча всяких есть. Там с ним довольно сложно бывает просто встретиться. Вот, но тем не менее, еще игры с ним будут. Вот, а всем все, приятного просмотра. Надеюсь, вам ролики понравятся. Игры интересные, чувак, он классный. И вот все такое. Вот. Все, всем пока!